и открыть твою тайную дверцу, и остаться за ней разреши, не спеши. Здесь найду для души переливы, и весну, что в объятиях твоих, и любви нашей крепкой мотивы, из которых рождается стих. Не спеши, не спеши, не спеши. Эта сказка написана сердцем. Не спеши, не спеши. Не читай ее всю, не спеши. Согревать буду нежно и кротко средь скрипучих морозов теплом. Летом ждет на причале нас лодка, на которой с тобой уплывем. Не читай ее всю, не спеши, приоткрыть твою тайную дверцу и остаться за ней разреши, не спеши, не спеши, не спеши, не спеши. Эта сказка написана сердцем, не спеши, не спеши. Читай ее всю, не спеши. Не читай ее всю, не спеши. Добрый вечер, Гомель! Наш очередной эфир открыл автор-исполнитель Дмитрий Нилов. Дмитрий, эти аплодисменты вам. Ну а на календаре, дорогие друзья, финальный день зимы, 28 февраля. И мы встречаемся с вами сегодня буквально за полчаса до весны. Именно так и звучит тема нашей сегодняшней программы. О том, что весна – пора любви и вдохновения, слышал каждый. И сегодня мы попытаемся разобраться, не стереотип ли это, действительно ли именно весной мы особенно готовы совершать романтические глупости, двигать креативные идеи и писать вдохновенные строки. Вы, уважаемые телезрители, можете присоединиться к нам, к нашей беседе, к нашему обсуждению, писать нам в Вайбере. Номер его вы видите на экране. Вы также можете звонить нам в студию 34-22-43, предложив свой ответ на наш вопрос. Почему весной так легко творить и влюбляться? Ну, а мы начинаем, и я хотела бы познакомить вас ближе с исполнителем. Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер. Вы поэт, автор-исполнитель и руководитель арт-кафе на Ирининской. Я не ошиблась? Не ошиблась. Ну, отлично. Абсолютно. Дмитрий, проходите, пожалуйста, вот ваше кресло. А как бы вы ответили на вопрос, почему весной так легко творить и влюбляться? Ну, здесь, наверное, ответ легкий. Единственное, что, конечно, хотелось бы, чтобы весна наступила быстрее, ну, по погодным условиям. Сейчас пока приходится похрустывать снежку. Но как только расцветают первые листики, вот это теплое время, травка появляется, уже начинают у... Будь то творческий человек, будь то не творческий, уже идут романтические флюиды. Поэтому сразу сначала хотелось бы пожелать нашим уважаемым телезрителям, нашим авторам, нашим зрителям наших программ вот в это, так скажем, полярное время перехода от зимы к весне – только романтических чувств, только любви и всего самого. Дмитрий, хорошо. Прекрасное пожелание, но все-таки скажите, вот ваши первые стихи и ваша первая мелодия, они случились именно весной? Вы помните это? Я, честно сказать, помню смутно, но, скорее всего, весной, подозреваю, что это было весной, потому что это было в школьное время. Первые стихи – это прежде всего школьного периода, поэтому, скорее всего,
Ну и понятно, тогда. И влюбленность, и творчество случилось приблизительно в одно время, да? Ну, наверное, очень разные версии предложили бы участники творческого объединения «Арт-кафе» на Ирининской в ответ на этот вопрос, да? Руководителем вы являетесь этого творческого объединения. Скажите, пожалуйста, а вот давно ли существует «Арт-кафе»? «Арт-кафе» на Ирининской существует с 2004 года. Основательницей и, собственно говоря, инициатором была замечательная наша землячка, актриса театра и кино Светлана Михалькова. Она с нами трудится до сих пор. Вот, и мы очень этим горды. Поначалу арт-кафе представляло из себя литературно-музыкальную гостиную, которая собирала творческую интеллигенцию города. Затем уже присоединились члены творческих союзов. Но сначала это были самодеятельные авторы, барды, авторы-исполнители, поэты, были актеры, были у нас капустники поначалу. Затем уже мы открыли такой поэтический клуб, мы назвали его «Крылатый понедельник», потому что заседания были по понедельникам. И к нам, можно сказать, хлынула молодежь, которая впоследствии стала основой, кстати, школы «Молодой литератор» в 2007 году, которая открылась. Это были именно авторы арт-кафе на Ирининской изначально. И мы очень горды, что вот в школу затем они вошли, ту, которая сейчас известна далеко за пределами Гомеля. Это здорово. Дмитрий, а кто сейчас составляет арт-кафе? Входит в него, да? И скажите, вот не тяжело ли под одной творческой крышей такому большому количеству творческих людей? Не тесно ли? Интересный вопрос. Ну, отвечу сначала на первый. Сейчас костяк наш составляют, конечно же, наши уважаемые авторы, которые были с первых дней. Но это поэты-музыканты? Это поэты-музыканты. Художники? Сейчас, сейчас уже художники, коллекционеры. И даже есть у нас креативные, о которых мы сегодня расскажем, экспериментальные проекты с более молодыми ребятами. Вот. Молодежь присоединилась за это время к нам тоже значительно. И я бы отметил появление таких ярких у нас и в некотором вроде даже брутальных авторов и имен, как Андрей Баранов, замечательный чтец, которого знают уже в Гомеле очень хорошо. Это София Игнатьева, молодая начинающая поэтесса. Это Вячеслав Кизин, автор-исполнитель, который просто относительно недавно разорвал наше пространство своей харизмой. И мы очень счастливы, что вот такое переплетение у нас есть в коллективе, и я считаю, что это вот первый признак той нашей разножанровости деятельности. Это прекрасно, Дмитрий. Вот, ну, вы называете имена достаточно известных людей, которые уже проявили себя в творчестве. А открыт ли путь в арт-кафе начинающим авторам? Вот действительно ли каждый может постучаться и сказать: «Здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте, друзья, я поэт начинающий, я музыкант, я пробую писать, там, я не знаю, эпиграммы, я хочу под вашу крышу, я хочу работать вместе с вами». Это возможно? Это абсолютно возможно. Наши двери всегда открыты для любых самодеятельных авторов. И подтверждением моих слов станет прошлогодний многопрофильный конкурс, фестиваль-конкурс «Кладезь талантов». Мы его делали городским сначала. Очень много заявок поступило, и сейчас уже на этот конкурс поступают заявки из области и республики. То есть в этом году «Кладезь талантов» будет открытым конкурсом. То есть Гомельская область, как я понимаю, дефицита в талантах не испытывает? Абсолютно никакого. Это прекрасно. И Гомель, и область. Есть ежедневная работа в творческом клубе. Это, ну, подготовка к концертам, подготовка к фестивалям, конкурсам. Но есть наверняка и отдельно стоящие проекты, которые, вот как водится в нашей жизни, случаются.
Это так? Я знаю, что в вашей жизни было много вот таких случайных встреч, которые приводили к очень серьезным, интересным проектам. Да, совершенно верно, Елена. Есть такие особняком стоящие у нас проекты. И начала развиваться эта деятельность по сотворчеству, я бы это так назвал, примерно в 2013 году, когда в наш коллектив просто, ну я не знаю, ворвались такие творческие связи, как минские артисты эстрады. Завязались творческие связи с минскими артистами эстрады. Так. И сейчас уже абсолютно вот то, что вы слышали в начале, это плод. Не спеши. Это плод, скажем так, вот этого сотрудничества, этой дружбы творческой с Альбертом Скороходом. Еще мы очень хорошие отношения поддерживаем с Дмитрием Смольским, известным также в Беларуси артистом. Ну, это, наверное, очень вдохновляет гомельских исполнителей и музыкантов, правда? И поэтов, кстати, да? Мы продолжим вдохновлять, потому что у нас с ними сотрудничество не только творческое, но и концертное. Поэтому и нашего зрителя продолжим вдохновлять в этом направлении. Ведь вы знаете, что имена эти, они были на слуху какое-то время назад. Да? Но они и сейчас Но на слуху. Но сейчас на слуху, можно сказать, что мы открыватели таких, для таких имен второй молодости. Прекрасно. Дмитрий, а вот этот великолепный проект с Григорием Гладковым, как он случился? С Григорием Васильевичем Гладковым нас свел его величество. Ну вот я хочу сказать, что, наверное, величество в этом плане – интернет. Совершенно случайно, да, как ни странно это прозвучит, но... Вот сейчас мы видим фото, да, это буквально даже моя родная гимназия номер 14. То есть мечты сбываются. Мы делали выступление Григория Васильевича Гладкова в Гомеле, в городском центре культуры, на акции, известной благотворительной акции помощи бездомным животным «Подари им шанс», в Добруше, на Брянщине. На Брянщине также... И в областной библиотеке имени Ленина. Областная библиотека поддержала нашу инициативу, провела ему большую экскурсию и концерт шикарный был. Ну, а какие-то творческие связи завязались? Творческие связи завязались. Более того, я вам скажу, что такой мэтр, как заслуженный артист, заслуженный деятель искусства Российской Федерации Григорий Васильевич Гладков позволил нам совершенно, ну, в его понятии, наверное, начинающим еще автором, быть участниками его концертных программ. И в прямом смысле. То есть мы читали и на русском языке, и на белорусской мове для учащихся Российской Федерации. Это очень здорово. Спасибо, Дмитрий. Но я вот задаю вопросы, но нам нужно не оставить без вопроса и наших зрителей. У нас в программе сейчас такая тенденция, такое правило. Гость обязательно задает интересный вопрос зрителям и в случае правильного ответа вручает и приз. Пожалуйста, озвучьте ваш вопрос. Уважаемые наши зрители, вот перед нами лежит вот этот замечательный инструмент. Я бы попросил, наверное, крупный план, да? Ну, дадут крупный план. Так, задавайте вопрос. Я бы хотел спросить, как этот инструмент называется и как правильно на нем необходимо играть. То есть описать сам процесс, да? Дорогие описать друзья, я хочу процесс. Сказать, что Дмитрий в подарок тому человеку, который ответит первым правильно, набрав номер телефона 34-22-43, подарит вот такую прекрасную книгу с автографом. Но это же не просто книга, Дмитрий. Нет, это абсолютно не просто книга. Это первый наш песенник, замечательным самодеятельным композитором гомельским Еленой Костенко. Там и ноты, и слова песен. Причем книга эта была издана в Курске, в России.
при поддержке наших друзей, издателей, издательства «Славянские колокола». То есть получаете такую книгу и сразу становитесь исполнителем, потому как и ноты, и стихи здесь уже совершенно есть. Верно. А еще момент, если у вас есть дети, внуки, занимающиеся музыкой, это прежде всего ценнейший материал, потому что там есть, ну, повторюсь, ноты и слова песни. Ну, хороший вопрос, прекрасный подарок. Давайте музыкальный инструмент до поры до времени оставим на столе. Дорогие друзья, вопрос вы услышали. Звоните, пожалуйста, 34-22-43, предлагайте свои варианты. Не забывайте и о вопросе эфира. Почему весной так легко творить и влюбляться? И, кстати, предлагайте ваши версии. И некоторые у нас уже есть. Просто весной люди, наконец, просыпаются после зимы. Начинают все чувствовать острее, пишет Людмила. А Ольга объясняет. Весна, по крайней мере, пора активности. Просто легче делать то, что любишь. Ну, а как считают специалист, который изучает душевный мир людей, узнаем. Я приглашаю в эту студию психолога Евгению Башкинцеву. Евгения, проходите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер, Гомель. Евгения, буквально за полчаса, ну, нет, не буквально, а образно говоря, буквально за полчаса выходит до весны, выходит в эфир наша программа, и мы задаемся вопросом, вот почему весной так легко творить и влюбляться? А может быть, это стереотип? Да нет, конечно, не стереотип, потому что когда осенью мы немножко замерзли, а всю зиму просидели вот так... Вот так, вот да, так. Да, 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 да. Да, то теперь, когда даже сквозь мороз, даже сквозь метель высокое солнце озаряет нас, мы потихонечку разворачиваем наши объятия, открываем, а там самое важное, там наша духовность, там наша душа, и там наполнение наших эмоций. И поэтому нам хочется украсить не только себя, даже такими замечательными нарядами, даже прекрасными словами. Нам хочется украсить мир. Мир. И поэтому мы творим, и поэтому мы влюбляемся. Даже не в кого-то конкретного, а просто в этот запах, просто в это тепло, просто в этот нюанс. Потому что весна – это нюансы. Это еще не тепло, это еще не светло. Это только предчувствие. И поэтому мы заражаемся не гриппом, а вот этими нюансами. А как сладкие эти предчувствия, правда? Ой, да, конечно. Мне кажется, они даже больше впечатляют нас, чем то, чего мы так ожидаем. Да, правда? Конечно, конечно. Как предчувствие праздника всегда ярче, чем сам праздник. Поэтому мы начинаем готовиться, разворачиваться, достаем красивые наряды, думаем о том, что нам пора в парикмахерскую. И, конечно, думаем о том, как украсить все вокруг. Вот именно поэтому, наверное, эмоции весенней палитры так разнообразны, да? Это и запахи, это и... Ну, мы подключаем все, да. Все наши органы чувств, безусловно, буквально. Безусловно. А самое главное, мы распахиваем сердце, потому что оно постепенно начинает отогреваться. И для психологов это горячая пора, весна, потому что люди после спячки, после этого закрытого состояния вдруг хотят порешать все вопросы, вдруг хотят стать счастливее, вдруг хотят осуществить все самое несбыточное. И у нас очень много работы на самом, да, деле весной. Ну, а так говорите, идите, творите, вершите. Вот. Ощущайте эти запахи, грейтесь на солнышке, встряхните старым гардеробом, встряхните старыми чувствами, найдите старых друзей, найдите старую любимую книжку, а может быть, песня зазвучит в вашей голове. Евгения, вот скажите, пожалуйста, вот то хорошее, все, чего мы от весны ждем, вот оно придет каждому?
Нет. Невзирая на то, активен человек или пассивен, или все же под лежачий камень вода не течет. Но всегда есть тот, который в весенний день, как старый пень, и застегнувшись на все пуговицы, и опять собрав свои ручонки в узелок. Нет, конечно, им весна даже немножко враг, потому что они раздражаются от этого воздуха, звона, от этого предчувствия. Но на самом деле, если честно говоря, то весна растопит и этого брюзгу, ворчливого, раздраженного, да, безусловно. Но просто у него останется такое чувство досады, что вот это весна жизни, потому что каждая весна неповторима, она пройдет без него, ему будет скучно. Прекрасные советы, прекрасные рекомендации. Дорогие друзья, я хочу еще раз показать этот интересный музыкальный инструмент. Вот со всех сторон покажу. Здесь множество дырочек. Пожалуйста, звоните и отвечайте. Что же, предполагаете, что же это за музыкальный инструмент и как на нем правильно играть? Вот это наша загадка. Загадка нашей передачи на данный момент. Ну и не забывайте писать в Viber ответы на наш вопрос. Почему весной так легко творить и влюбляться? А может быть, это стереотип? Может быть, вы так и не считаете. Дмитрий, вот скажите, помогут ли в арт-кафе, если туда постучится любой желающий, будь то художник, человек, который, ну не знаю, любит делать вытянанку, там плести из бересты или трубочек бумажных, помогут ли любому желающему, любому откроют объятия, вот встретят и скажут: подходи, найдем для тебя дело? Ну, естественно, я повторюсь, что мы абсолютно открыты для любых самодеятельных авторов, любой деятельности, вот, любой творческий человек, да, приходи. Искусство и так. Художеств, потому что, вот опять же, возвращаясь к нашему конкурсу, он открыл грани многожанровости. Я поняла. Применение найдете, хорошо. Да, но если человек художник, а хочет научиться писать стихи, это вообще возможно? Ну, вы дадите первые уроки? Скажем так, первые уроки мы дадим, как самодеятельный коллектив. Так, да? Так. Ну, на это есть, конечно, профессиональные редактора, и они с нами тоже по-творчески дружат, и мы направим, поможем. Но ведь очень интересно сделать первый шаг и дать человеку самому понять. Вдруг он считает, что он поэт. Вот. Подтвердить, да, поэт, получается. Вы знаете, к чему я веду? Вот. Я хотела бы, что вот коль сегодня арт-кафе на выезде в студии телерадиокомпании «Гомель», в студии «Доброго вечера», я и хочу, Дмитрий, вам предложить, чтобы вы дали первый урок по рифмованию строк. Весна нам сегодня в помощь, вы же представляете, тут Евгения говорит, что весна – это полдела, уже 50%. Пока вы готовите строки, у нас есть телефонный звонок, и с удовольствием послушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут, скажите, пожалуйста. Меня зовут Ольга. Ольга? Да, Ольга. Ольга, очень приятно. Скажите, пожалуйста, вы чувствуете запахи весны вот уже сейчас? Уже это представляется. Уже хочется их услышать. Хочется услышать, но пока не слышали. Пока снежок скрипит под ногами, да? Да, но солнышко уже и вечер уже длинный, уже не так быстро темнеет, уже приятно. И на работу уже идем, и совсем светло. Ольга, скажите, да, пожалуйста, вы хотите предположить, как же называется этот прекрасный музыкальный инструмент? Да, или... да. Да? Так, давайте. По-моему, это окарина. Это окарина. Так, на первую часть ответ мы уже получили. Вторая часть вопроса – как на ней правильно играть? Предположите? Да, там должно быть большое отверстие, куда нужно дуть, и разные дырочки на обе руки, которые нужно по очереди закрывать. Это такая, как народная флейта. Да, вот сюда дуть. Дмитрий, скажите, правильный ли это ответ?
Я восхищаюсь музыкальной прозорливостью Ольги, потому что это правильный ответ. И более... Аплодисменты Ольге. Так, так, спасибо, уважаемые зрители. Более того, я скажу, что, ну, если уже вдаваться в подробности, да, то определенной техники нет игры на ней, как правило. В общем, это... Играть можно без правил. Правильно? Да. Ольга, пожалуйста, оставьте номер вашего телефона нашему редактору, и вы сможете забрать свой подарок. Это вот такой прекрасный песенник от Дмитрия Нилова с его автографом. Очень жаль, что вы уже не на связи, а то бы я хотела спросить, согласны ли вы с тем, что весна – это время для творчества и влюбленности? Ну, наверняка, я думаю, Ольга согласна. Дорогие друзья, пожалуйста, пишите в Вайбер, отвечайте на наши вопросы. Кстати, вопрос эфира мы обязательно подготовим еще. В этом городе маленький принц дружит только с тобой. Зажигаются фонари, мы вновь с тобой. О любви говорим, наш маленький принцип, наша любовь. Посмотри, ну посмотри, ведь это просто. Как раз, два, три. Рассмотреть за окном пару с белых одежд, по ночам приручить так просто. Мысли и слова — это очень просто. Раз, два. Но сложнее взаимностью им отвечать. Приручить так просто. Мысли и слова — это очень просто. Раз, два. Но сложнее взаимностью им отвечать. Мы зажжем на кухне свечи, нальем в бокалы сок в этот вечер. Невесом и невысок этот маленький принц будет парить у нас на уровне глаз. Из искрящегося света, из нежных шелков, он посмотрит на нас глубоко-глубоко, улыбнется и останется в нас. Из искрящегося света, из нежных шелков, он посмотрит на нас глубоко-глубоко, улыбнется и останется в нас. Дорогие друзья, эту часть программы открыл автор-исполнитель, поэт Сергей Стариков. Сергей, пристраивайте гитару и проходите к нам. Добрый вечер. Сегодня мы говорим о весне, паре любви и творчества. Присоединяйтесь. Кстати, дорогие друзья, я хочу представить вам и Юрия Яковлева, автора-исполнителя. Ну и для тех, кто только что включил свой телевизор, Евгения Башкинцева, психолог. И Дмитрий Нилов, поэт, автор-исполнитель, руководитель арт-кафе на Ирининской. Кстати, под крышей арт-кафе, ну, не знаю, творят, да, и Юрий, и Сергей. Я не ошиблась. Юрий, Сергей, вы тоже считаете, что лучшая музыка и стихи, лучшие песни исполняются именно весной? Или у вас есть какой-то другой опыт?
Кто первый будет отвечать? Это как вы хотите. Ну, давайте я скажу. Да, свои первые стихи я начал писать и музыку. Это весной было, конечно. Для меня тогда было это чувство влюбленности, это было основополагающее, как толчок для развития моего творчества. А так, конечно, естественно, что весной пишется, хочется писать больше. Но здесь я хочу сказать, что все-таки мне еще осень хорошо тонизирует. Но если она прекрасная осень, солнце, золотая листва, поэтому как-то так. Но лучше всего, конечно, когда есть душевное равновесие, когда не давит на себя масса всевозможных проблем, которые вот не дают творить. Вот это основополагающее. А так в любое время года. Понятно. Ну вот, кстати, осень, Евгения, это тоже же можно как-то объяснить. Масса красок, масса запахов. Да, но дело даже не в этом. Вот меня насторожила фраза, что если погода хорошая, да, и как-то к весне это тоже так тревожно отзывается, да, вот оттепель придет, грязно будет. Но даже над растаявшим снегом, над размокшей землей будет огромное синее небо. Даже если оно затянуто тучами, оно будет жемчужное, невероятное. Только такое, которое бывает весной. Поэтому не надо смотреть на лужу. Смотрите на дождь, на звезды. Смотрите в небо. И тогда вы почувствуете это вдохновение. Прежде чем мы спросим у Сергея, когда вдохновение лучше всего чувствует он, мы все же дадим возможность нашему телезрителю высказаться. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, Герасим, мы вас узнали. Герасим, с наступающим вас праздником. Да, и вас также. Хотел бы ответить на ваш вопрос. Да, Герасим, скажите. Почему весной так легко творить и влюбляться? Потому что о любви стихи ночью снятся. И вот хочу подарить вам стихи. Давайте. Оно 8 марта. Мужики, не жалейте сердца, не таите доброты и нежности своей. На руках любимую носите и дарите постоянно счастье ей. Отдавайте жар ей своего сердца и всегда спешите ей помочь. И тогда откроется вам дверца в рай, где сказкой будет ночь. Не жалейте сердца, мужики, не надо, пусть оно волнуется о ней. Женщина дана нам как награда, не меняйте женщин на парней. Жизнь она короткая, спешите, удивляйте каждый день богиню вашу. И, пожалуйста, любите женщину, любите так, как я люблю свою Наташу. Спасибо вам, Герасим, спасибо. Все проблемы в этом, в этих стихах. Белорусская, да. Европейская. Кстати, Герасим не в составе арт-кафе на Ириньской? Нет, я думаю, что это претендент. Приглашайте. Да, такой потому что талант. Стихи неплохие. Давайте спросим у Сергея, когда ему проще всего творить и в какую пору он влюбляется чаще. Пожалуйста. Вне зависимости от поры года, творить хорошо, когда сердце открыто, когда чувствуешь. Можно и зимой ясное солнце увидеть, можно и весной зеленые листочки. Можно осенью золотые листопады. Вот я в Витебске недавно был на фестивале листопады. Так меня впечатлил этот город, так впечатлило это настроение, что тоже все. Полились строки, полилась мелодия какая-то из меня. Вот. Поэтому в любое время, когда ты открыт душой, когда ты открыт сердцем, это просто приходит. Прекрасный ответ. Спасибо, Сергей. Ну а сейчас нам нужно все-таки поэкспериментировать. Дмитрий подготовил. В первую очередь, я так понимаю, здесь все поэты собрались. И только, Евгений, может быть, и вы пишете стихи, кстати. Вдруг, давайте проведем эксперимент. Я прям вся в нетерпении. Да. Дмитрий, давайте. Юрий так загадочно улыбается. Ну что же эти девчонки смогут? Ну посмотрим, давайте. Ну, давайте попробуем. Это сильно, конечно, сказано. Вы зрителям тоже задавайте. Да, обязательно, обязательно. Ну, давайте первый такой экспромт весенний. Да? Зарифмовав прекрасное однажды по весне, я радость утром ясным тебе послал в письме. Продолжите строки. Пожалуйста. Ну, если бы вы пропустили одно слово «письме», мы бы с Евгением, я думаю, да, справились сразу. Ну, тут акцент на рифмы, чередующиеся, да, впоследствии. И, конечно же, какие-то строки дальше. Ну, давайте сочинять вместе. Давайте. Пусть это будет у нас коллективное творчество. А вдруг она подумает, письмо-то точно мне?
и скажет. Это четвертая строчка, еще нужно третья. И еще одна, да. Угу. Потому что рифмовка здесь попарная. И скажет, помогайте. И скажет... Необдуманно. Нет, не подумает необдуманно не подходит. И скажет вдруг уверенно. Приснилось, что ли, мне? Письмо-то точно мне. Так, есть еще варианты, есть еще предложения? Я просто в рифмовке потерялся, я просто думаю, что это зрители делают. Зарифмовал прекрасное однажды по ясне, я радость утром ясным тебе послал в письме. Угу. Если не заблудится усталый почтальон, то долетит до сердца твоего мной отправленный мной медальон. Ну, то есть, если ритмику не учитывают, вот такой экспресс. Вот такие варианты. Вот прямо в студии рождаются строки. А вы, Дмитрий, записывайте, записывайте. Мы будем записывать. Не забывайте. Скажите, Сергей, в каких музыкальных и поэтических направлениях работаете именно вы? Авторская песня прежде всего. Можно сказать, бард-рок тоже. И блюз. В какой-то степени. Поэзия, экспериментальная, электронная музыка. Мы в составе группы «Симулякрос» занимаемся этим уже 15 лет. Вот. Ну вот приходило слышать, что бардовская песня становится менее актуальной. Но есть и противоположное мнение, что бардовская песня всегда была, есть и будет, потому что поэзия и музыка вечны. Вот вы какого мнения придерживаетесь? Всегда была, есть и будет. И в последнее время, если классическая авторская песня, которую мы называем бардовской, она была довольно узким и... консервативным жанром, то сейчас ответвлений и направлений в авторской песне очень много. И просто в последние 5-7 лет всплеск на пространстве СНГ, и я не знаю, как за границей, но вот на пространстве СНГ очень много и перспективных направлений, и замечательных авторов, просто и которые довольно молодые, там, моложе нас там, на 10-15 лет, но уже собирают полные залы и интерес к их поэтическому музыкальному творчеству. Но это что-то совершенно-совершенно новое или все-таки повторение пройденного? Это новая форма. Это как и технически новая форма, так и придуманные методы донесения творчества до слушателя. Угу. Много всего, много. Я поняла. Очень интересно. Юрий, ну а вот круг ваших интересов, он же не ограничивается только авторской песней, я права? Ну, больше все-таки это авторская песня. Все-таки больше авторская. Да, Но я знаю, что... Это редкое исключение, если это не авторская песня. Ну, я знаю, что вот совсем недавно был концерт в Таллине, если я не ошибаюсь, и вы на сцене пели вместе с солисткой оперного театра. Это была не опера. Да, вот, кстати, фотографии, да? Это была не опера, это была «Вечная любовь». Да. Да, это был такой опыт, и номер быстро готовился, и понравилось. Зрителям понравилось, мне понравилось, да. Тем более симфонический оркестр, ресторан симфонический. И это было здорово. Ну, а у нас в Гомеле вот какие эксперименты есть? Вот подобного рода, скажем так, выступления? Подобного рода пока нет. Ну, у нас у меня просто нет солиста Класкала, я так понимаю, в Гомеле, да? Я хочу заметить, что Юрий регулярно исполняет, использует инструментальную часть, то есть... приглашенных музыкантов, у него на этом строится, да, в общем, много концертов. Я провожу концерты с артистами, с инструменталистами, поэтому... Вот ближайший концерт будет у меня сейчас 6 марта в библиотеке Ленина, посвященном женщинам, дню, женскому дню, с любовью к женщине, так будет называться. Так что приходите. Приглашайте, приглашайте, да. Ждем. Ну что ж, у нас есть традиция. Вопрос для зрителей. Ну и, соответственно, сувенир, подарок от гостей. Пожалуйста, Сергей, я знаю, что вы готовили вопрос. Вы готовили, да, вопрос. Конечно. Покажите ваш вопрос.
Вот. В какую камеру? Так, на ту камеру. Пожалуйста. Ну, сформулируй. Оп, секундочку. Все сломалось. Секундочку. Мы сейчас закрепим и покажу я, как это в комплексе выглядит. То есть есть специальный чехол, он никогда не выпадет, если вот так закреплен. Так. Значит, в чем состоит вопрос? Что это такое? Что это? Подсказываем. Музыкальный инструмент, да? Что ну, это можем подсказать, да, потому что довольно редкий инструмент. Вот. Каким образом? И как на нем играют? Можно сказать, какой частью тела на нем играют. Ага, вот так. Что это за музыкальный инструмент и какой частью тела, повторяя, за Сергеем на нем играют? Ну, а в подарок, дорогие друзья, вот такой диск, да? Это диск Сергея. Авторский. Получит тот человек, который первым ответит на вопрос, на второй вопрос, замечу, сегодняшнего эфира. Что это за музыкальный инструмент и как на нем играть? Присаживайтесь. Юрий, Сергей, вот я знаю, что творческие люди, да вы и сами сказали, обожают эксперименты. Скажите, как экспериментируют музыканты под крышей арт-кафе на Ирининской? Ну, я думаю, что я тут больше максимальный экспериментатор, потому что мы нашу группу «Симулякрас» включили в состав концерта в арт-кафе на Ирининской. Это, я уже повторюсь, 15-летней давности проект, где три студента нашего университета, я и мои друзья Дмитрий и Антон, создали, насмотревшись на творчество питерских экспериментальных музыкантов, решили создать свой проект. И буквально из ничего, там пластиковые бутылки с пьезодатчиками закрепленные, различные гитары старинные, разломанные, магнитофоны еще тогда кассетные. Мы начали делать шумовые и электронно-звуковые импровизации. Ну, мне кажется, даже само слово «симулякрас» — это тоже уже какая-то импровизация, нет, да? Это не импровизация, нет? Это название моей дипломной работы. Фактически, то есть «симулякрас» — это копия подобия. Да, это постмодернистский термин, я писал диплом по Виктору Пелевину, и там такие слова нужны в этом дипломе, название этого диплома. Я предлагаю нашим зрителям, вот обдумывая вопрос, что же за музыкальный инструмент и как на нем играть, речь идет, покажите еще раз, Сергей, значит, что это за музыкальный инструмент и как на нем играть, готовиться к следующему эксперименту. Вот прямо сейчас Сергей, да, раздаст нам некие музыкальные инструменты, которые он подготовил, и предложит поучаствовать в музыкальном, да, эксперименте. Причем, замечу, Евгений, у вас есть музыкальное образование? Нет. Ни в коей мере. Ну, у меня тоже нет музыкального образования, но я думаю, что под влиянием этих творческих людей мы обязательно за полчаса откроем все свои таланты. Абсолютно. Безусловно. Сергей, раздавайте. Тогда, я думаю, мы сохраним интриги таким образом. Да, конечно. Так. Пожалуйста. Сергей раздает, да, и дает некоторые рекомендации, а мы послушаем еще, кстати, телефонный звонок. Творческие силы свои копите. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Павел. Павел, очень приятно. Павел, скажите, пожалуйста, вы тоже придерживаетесь того мнения, что именно весной проще всего творить и влюбляться? Ну, не обязательно, наверное, все-таки у каждого человека свое, но все-таки весна благоприятно действует для этого. Содействует этому. Скажите, да. Пожалуйста, а вы творческий человек? Ну, каждый, наверное, творческий человек. Я тоже думаю, что все-таки есть это и во мне. Прекрасно. Скажите, пожалуйста, вы знаете ответ на наш вопрос? Какой музыкальный инструмент показывал Сергей, как на нем играть? Ну, я полагаю, это варган. Играет на нем, зажимая в зубах и пальчиком. Сергей, осталось сказать, правильно ли ответил наш телезритель и показать, как играть на этом инструменте, и мы уже решим. Да, я уже эмоционально выразил, что совершенно прав. Да, абсолютно точно. Это древнейший музыкальный инструмент.
которая сейчас приобретает большую популярность. Так, ну и теперь поиграйте. Для исполнения. Да? Называется он по-разному. «Хомус» он называется на Алтае, где он, собственно, чаще всего с ним ассоциируется горловое пение, и алтайский «Хомус» звучание. Варганом он называется тоже в некоторых кругах. Дрымбе он называется на Украине. Мы были в Новгород-Северском музее, и там видели вот 9 века такой инструмент. Угу. В Новгород-Северском. Да. А в Беларуси нет, не было таких? Я не помню, как называется по-белорусски. Ну, есть в Беларуси, есть, да, есть. Такие? Теперь играйте. Можно тоже вопрос. Буквально несколько нот нам произведите, да? Пожалуйста. То есть, да, действительно, он ставится, прижимается к верхнему и нижним зубам. И в промежутке между зубов, аккуратненько, чтобы вот этим язычком не ударить по самим зубам, производятся отрывистые. Слышите, он так звучит? Вот немножечко. Да, а если к зубам, то полость нашей головы становится резонатором, да, акустическим оформлением. Ну, как-то не совсем по-белорусски, но очень здорово. Вы знаете, по-весеннему однозначно. Сергей, ну вы главный человек в организации этого, не знаю, раз, два, три, четыре, пять. Ансамбль. Это, нет, это не ансамбль, это квартет и квинтет. Нет, не квинтет, как пять человек. Квинтет. Да. Все, значит, первая версия правильная. Ну, начинайте. Да, я, наверное, задам ритм. Присоединимся. Я напомню, что импровизационная музыка, она подразумевает собой полную свободу. То есть, когда вы захотите вступить, что вы захотите сыграть, как вы от сердца чувствуете, так вы и поступаете. Сергей, я понимаю, что важно нас вовремя остановить. Вы скажите, когда хватит. Хорошо, я думаю, мы сами все поймем. Спасибо. Аплодисменты. С вами очень приятно играть. Нас берут Евгения в арт-кафе. Однозначно. Симулякрос, даже симулякрос. Как минимум приглашаем на наш концерт. Это очень круто. Евгения, ну вот креативными хотят стать многие. Для чего? Говорят, для того, чтобы быть успешными в жизни. Весна, конечно, дает стимул, но ведь это еще не все. Давайте вот вы, ну, я попрошу дать все-таки советы для достижения этой цели. Как в себе развить креативность? А ребята дополнят. На самом деле, чтобы развить креативность, нужно прежде всего расширить границы своего разума. Потому что стереотипы, границы, коридоры, паттерны, как бы мы их ни называли, это все равно очень узенько. Но мы привыкаем так думать. Вот, я первый раз играю на музыкальном инструменте, и вы задали вопрос, есть ли у меня музыкальное образование. Какая разница, есть ли у нас образование? Считаем ли мы себя поэтами? Какая разница, кто мы по профессии? Главное – это научиться расширять разум. Расширять границы своего восприятия мира. Вот я не зря сегодня с ассистенткой пришла, да, потому что на самом деле я даже провела небольшой эксперимент. И основная масса сотрудников, которые меня встречали, говорили, это Пеппи, длинный чулок. Но на самом деле ее зовут по-другому. А вот какое имя вы ей выберете, какое имя ей придумают наши телезрители, это и есть первое задание по расширению сознания. И, наверное, было бы здорово, чтобы это имя было весеннее, необычное, поэтичное, самое креативное, какое только может быть. Поэтому я с удовольствием буду так потом называть свою ассистентку. Это задание от нашего психолога Евгения Башкинцева. Но я так понимаю, что вот прямо завтра утром, если вы всегда ездили на 34-м автобусе на работу, попробуйте не садиться на своей остановке, а две остановочки пройти пешком, а потом сесть на единицу. Правильно? Вот и нет. Это уже будет? Вот нет? Нет. На самом деле начинать нужно не завтра. Да. Начинать нужно сегодня. Но сегодня мы уже поиграли. Сегодня, сейчас. И перед сном, засыпая в эту
мистическую ночь между зимой и весной можно придумать себе сказку, придумать себе план, придумать себе мечту, придумать себе любимого, любимую. И вот с этим замечательным чувством, с этим замечательным образом можно засыпать. Вот точно уже расширятся границы сознания, и завтра какой троллейбус или автобус, а может быть, вы и вовсе пойдете пешком, уже не будет иметь никакого значения. И проснетесь вы однозначно более творческим человеком. Прекрасный совет. Дорогие друзья, на Беларусь-4, добрый вечер, Гомель. Рассуждаем мы сегодня о том, почему весной так легко творить и влюбляться. Советами по развитию креативности мы уже поделились. Осталось узнать рецепт стимулятора творческой активности и подсказку, как открыть себя для любви. Ну и, конечно, без музыки мы не обойдемся. Истерзана душа, омытая слезой, и сердце в шрамах от обид, предательства, измен. И жизнь моя, как лабиринт, блуждал мне без конца. Отчаявшись, судьбой побит, вдруг повстречал тебя, как ангел во плоти, невинной чистая велась ты. Пленила добротой, нежностью и красотой пленила. Как сладок этот плен, ты воплощение моей мечты. Течет река любви, по ней с тобой плывем, не зная, разлук не зная. Нас жизнь бросает полынью, но в пламя не щадя. Желаем быть счастливыми и жизнь прожить любя. Дай Бог, чтоб каждому из вас всей жизни повезло, чтоб каждый повстречал любовь и стало на душе светло. Как ангел во плоти невинной чиста явилась ты. Пленила добротой, нежностью и красотой пленила. Сладок этот плен, ты воплощение моей мечты. Течет река любви, по ней с тобой плывем, не зная, разлук не зная. Как ангел во плоти, невинна и чиста явилась ты. Пленила добротой, нежностью и красотой пленила. Как сладок этот плен, ты воплощение моей мечты. Течет река любви, по ней с тобой плывем, не зная, разлук не зная, измен не зная. Юрий, проходите к нам, пожалуйста, проходите. И я хочу сказать, что у нас уже есть телефонный звонок, подготовились телезрители. Правда, не знаю, на какой вопрос будет ответ. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, как вас зовут? Тамара. Тамара, очень приятно. Вы хотите предложить имя куколке? Куклы, да. Ну, сразу не отключайтесь, вы сначала предложите, а потом я еще хочу несколько вопросов вам задать. Согласны, Тамара? Ну, хорошо, согласна. Да. Итак? Ну, я назвала куклу Веснулька. 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 Очень мило. Нравится вам Евгения? Очень нравится, да. Мило и очень так душевно, очень тепло. Тамара удивительно добрый человек, спасибо вам. Ну, Тамара, не отключайтесь. Я думаю, что вот этот диск, я тут стала распоряжаться дисками. Вам понравилась, кстати, песня Юрия? Да, слушала. Вот, это одна из песен
которая есть на этом диске. И этот диск ваш, если Евгения так решит. Да? Решаю. Да? Решаю. Да. Значит, оставьте, пожалуйста, номер, как с вами связаться, нашему редактору, и вы получите свой приз. Но, пожалуйста, сначала ответьте, вы тоже думаете или скажете нет, это не так. Я задам вам такой вопрос. Действительно ли весной проще всего творить и влюбляться? Я согласна с вами. Весна – это начало жизни природы, начало пробуждения людей, животных. В общем-то, начало года фактически. Фактически, ну да, в некоторых странах это действительно начало года. Спасибо большое вам, Тамара. Хорошей весны вам и в целом хорошего года. Вот прекрасную песню мы послушали в исполнении Юрия о любви, о той даме, которая вдохновила на подвиги, скажем так, на чувства. Евгения, но ведь это же не секрет, что многие наши современники боятся влюбляться. Говорят, что это влечет за собой серьезные душевные траты, переживания. Зачем это? Буду я ходить в одиночестве, ходить на работу, заниматься серьезными вопросами? Зачем мне растрачивать себя? Это голодают они, а не растрачивают. Голодают, потому что прекрасные чувства, даже иногда страсти, заставляют наш организм вырабатывать гормоны, без которых счастье, радость и творчество просто невозможно. Но больше секрет состоит в том, что и долголетие, и здоровье, и качество жизни тоже без этого невозможно. Поэтому эти люди, знаете, такие психологические анорексики, которые боятся питаться тем прекрасным, что может принести в себе любовь. Конечно, они боятся разочарований, но, наверное, это прекрасное мужество идти с открытым сердцем, не боясь, что за каждым углом тебя может подстерегать разочарование, утрата, потеря или просто отказ. А вот перешагнув через все это, человек становится богаче, мощнее, и творчество его растет просто лавинообразно. И, наверное, самые замечательные произведения искусства рождаются не тогда, когда художник счастлив безмерно и доволен, а тогда, когда его душа в непокое. Поэтому, наверное, надо не бояться этого непокоя. Но если уж совсем вас здорово обидят, ну, приходите к нам, мы умеем утешить. Да, мы умеем утешить. Женечка, а вот давайте спросим у творческих людей, действительно ли, когда душа в раздрае, тогда самое лучшее произведение? Или вот счастливая любовь? И счастливое, и несчастливое. Любой отход от эмоционального центра, он всегда подвигает к творчеству. Кто-то говорил, что Робби Уильямс написал свою лучшую песню, когда у него очень сильно болел живот. То есть, то есть переживал, да. А есть блюз, да, такой жанр музыкальный. Он вот этой вот тоской немножко таким вот... Ну, вы понимаете, о чем я, да? Осенью от него веет, вечером. А есть, наоборот, народная музыка, она яркая, плясовая. Вот группа Егорова «Гора, наши друзья», там, да. Какой драйв, какая, ну, вы понимаете. То есть в зависимости от того, куда это раскачивается эмоциональная шкала, и окрас приобретает творчество. Ну, в любом случае, что скажете? Ну, Сергей все правильно сказал, только хочу добавить. Это способность человека просто вот именно воплощать то, что он видит, то, что он слышит, то, что он чувствует. Вот он способен это делать, воплотить в стихи, в музыку, да? Если у него это есть способность, он это делает. И вот предрасположенность к этому должна быть определенная ситуация возникнуть в жизни. Вот я сказал насчет того, что когда человек лучше всего творит. Ну, для меня это вот когда я нахожусь именно непосредственно в творческом процессе, когда на меня что-то такое вот не давлеет. То есть ощущение внутренней свободы. Я
божественная искра должна быть. Естественно, это безусловно. Вот видите, какие все разные. Искра, конечно, но психологи знают маленький секрет. Когда человек боится что-то выпускать наружу, даже чувства испытывать, он себе выращивает такую норку, зону комфорта. Так вот там ничего хорошего не будет. Там будет плесень, стагнация, все что угодно. Надо выйти из зоны комфорта. Надо выскочить из нее, не боясь ничего. И тогда движение вперед неминуемо. Более того, это движение обязательно будет результативным. Рецепт, скажем так, сердечной активности Евгения дала, а я знаю, ребята, что у вас есть рецепт еще и творческой активности. Это тоже обязательно условие нашей программы. Вы пришли рассказать и рецепт салата, да, который стимулирует творческую активность. Как, Дмитрий, мы его назовем? Мы его назовем... Просто весенний или нет? Просто, наверное, влюбленность. Влюбленность. Влюбленный. Влюбленный. А, влюбленный. Да, салат влюбленный. Влюбленный. Салат. Так. Ингредиенты. Первое, второе, третье. У нас буквально несколько минут осталось. Это прежде всего свежая зелень. Свежая зелень. Грамм пучок 300, зелени. Да. Какой именно, Юрий, какой вы предлагаете? Всевозможные. Это укроп, салат, петрушка, зеленый лук. Так, хорошо. Он уже появился в продаже. Да. Пучок зелени. Дальше, Дима. Какой-то сыр должен быть. Наверное, это брынза. Брынза. Да. Так, брынза. Кусочками порежем? Кусочками порежем, так, да. Дальше. Так, влюбленно так, аккуратненько. Так, влюбленно, не забудем. Да. Красненького просится. Помидорчики, наверное, помидорчики. Да. Если просто для цвета, это... или это тоже стимулятор творческой это активности? Это стимулятор и один из ингредиентов, конечно. Томаты, да. Так. Я думаю, что капусточка, наверное, пекинская тоже. Пекинская? Капуста. Ну, у кого есть белокочанная, тоже пойдет, только хорошо помять. Пучок зелени, брынза, помидоры, капуста и... Мы приправим... творчеством, да, но и каким-нибудь еще оливковым, например, оливковым маслом. Или да. подсолнечным Мы будем маслом. В этом Я случае. Напишу растительное. Поэтому... Давайте без зоны комфорта. Сбрызнем это лимончиком. Льняное. Давайте. Лимончиком давайте. Это сбросим. Растительное масло. Льняным маслом. Льняное, да. Сразу выйдете из зоны комфорта. Сок лимона. И специально для мужского населения можно добавить симулякрус. Еще где-нибудь там орешки и... Так и писать симулякрус. Нет, это не в ингредиенты. Я поняла. Отдельно. Это дополнение от Димы Нилова. Спасибо большое, дорогие друзья. Возьмите на заметку рецепт этого салата. Ну, просто убегают минуты нашего эфира, и я хотела бы несколько мгновений уделить нашим телезрителям, которые такие разные ответы написали. Любовь разлита в воздухе, а весной наши радары чувств настроены на нее, пишет Андрей. При желании любовное приключение можно устроить себе в любое время года, но именно весной начинается период самых смелых и радужных перспектив. Весной мы фантазируем и мечтаем. Амур! С весной нас поздравляет Нона. Ну, наконец-то, дождались. Душа поет и манит ввысь, ведет на сумасшедшие поступки. И, позабыв о массе дел, ты совершаешь беспредел, не думая о сбрендившем рассудке. Николай А. Лично для меня приход весны никак не влияет. Я могу влюбляться в любое время года. ВВ. Ну, вот такие разные ответы. По-моему, они прекрасные. Замечательно. Ну что ж, дорогие друзья, я благодарю за то, что вы нашли время, порадовали наших зрителей, порадовали наверняка сами себя, правда, и открыли сердце, душу весне.
Несмотря на то, что под ногами поскрипывает снежок, весна уже поет, она уже близко. Дорогие друзья, программа завершается. Сегодня вы поддержали наше убеждение в том, что весна – пора любви и вдохновения. Ну а гости подсказали, как сделать творческий процесс и душевный настрой продуктивными. С вами была программа «Добрый вечер, Гомель» и я, ведущая Лена Троценко. До свидания, до следующей встречи. Mm-hmm.